Ребята, всем привет! Получил аккумуляторные батареи. Это не 18650, их тут должно быть 4 штуки. Вообще, с аккумуляторными батареями, с доставкой в Молдову, это вообще нужно тут быть поаккуратнее, потому что это литий. Литий – это опасная штука. Это достаточно сложная штука. Сложная доставка в Молдову, потому что, как правило, все хотят отправлять только DHL, и доставка стоит каких-то невменяемых 100 с чем-то баксов. В данном случае доставка стоила 10 баксов, и вот эти вот 4 аккумуляторные батареи с доставкой, они мне обошлись где-то в 45, кажется, долларов. Ссылку дам в описании. Цифр не помню, просто-напросто потому, что это не мне покупались. Знакомый попросил купить. Я его спросил, почему именно эти, почему такие дорогие, почему, что в них особенного. На что он мне ответил, что они интересны, во-первых, несколькими моментами. Во-первых, в его фонарик они входят именно так, как должны входить, без дополнительного всякого. Ну, есть для 18650, там такое, как гильза, что-то продается. 22650. Размер 3000 мАч. Что это, как его зовут, непонятно. Ну, хибат. Но говорят, что в них больше 3000. То есть говорят, это отзывы говорят. И также сам продавец выкладывал, как он там что-то это тестировал. Сейчас я попробую измерить их внутреннее сопротивление, чтобы хотя бы понять, высокотоковые аккумуляторы, не высокотоковые. Но понятно, что фонарики там высокотоковые не нужны. Но тем не менее, если вдруг захотите покупать, будете иметь в виду. Доставка к нам в Молдавию 9 долларов стоила. 3,8 вольта напряжения на них сейчас, и сопротивление их 46 миллиом. Это обычные аккумуляторные батареи, то есть не высокотоковые. Ну, то же самое, 40 миллиом. То есть за несколько месяцев, пока они ехали к нам, хотя никаких нескольких месяцев не было, в Молдавию их отправили почтой Бельгии, и они пришли буквально за 2 недели. Насколько я понимаю, отправка идет следующим образом, то есть огромный, я не знаю, либо контейнер, либо огромная сумка отправляется в Бельгию, и оттуда она уже сортируется и уже уходит по разным странам. В общем, такие вот аккумуляторные батареи, мы на Литокале их проверим, я сейчас добавлю скриншоты, какая реально получилась емкость. Литокалы заряжают до 4,2 вольта, до 4,18 вольта, разряжает до 2,8. Ну, для электротранспорта, я думаю, это не очень удобное использование, потому что они здоровые. Ой, ну, как они на 4 миллиметра, получается, здоровее, чем 18650. Это первый момент. А второй момент, под них нет всяких холдеров. То есть, если под 18650 их море, у многих продавцов можно выбрать разные виды, то под эти я лично что-то ничего не видел. Ну, вот как он говорит, для фонарика его в самый раз. Аккумуляторные батареи вы видели, сопротивление внутреннее на переменном токе вы тоже видели, емкость вы тоже в скриншотах видели. Если интересно, покупайте, почему нет. Но я не люблю вообще такие вот штуки, непонятный хибат, хубат, хират. То есть мне бы хотелось, чтобы, да, пусть они будут старые, но пусть они будут брендовые. То есть те же LG, те же Sanyo, например, Panasonic, там еще что-то, но чтобы они были брендовые. Хотя они делают очень часто, они знают, что люди это любят. И они делают подделки под эти самые бренды. На этой громкой ноте нужно заканчивать. Берегите себя, крепкого здоровья и пока. Надеюсь, что из данного видео ты вынес для себя что-то полезное, и поэтому не забудь поделиться данным видео со своими друзьями, поставить жирный лайк, это очень поможет каналу в развитии. На канале огромное количество роликов по электронике, два из них ты сейчас видишь на экране. Пока!